Он меня просто поражает действительно, знаете, такой поэтичностью. Он даже вот написан как стих. Вы кинематографисты, режиссеры без дела и художники без дела, растерянные кинооператоры и рассеянные по миру авторы сценария. Вы терпеливая публика кинотеатров с выносливостью мулов, подгрузом преподносимых переживаний. Вы терпеливые владельцы еще не прогоревших кинематографов, жадно подхватывающие объекты немецкого, реже американского стола. Вы ждете. Обессиленные воспоминания, вы мечтаете, вы мечтательно вздыхаете на луну новые шестиактные постановки. Нервы просто закрыть глаза. Вы ждете того, чего не будет, чего ждать не следует. Приятельски предупреждали, не прячьте страусами голову, поднимите глаза, смотритесь. Вот, видно мне, и каждым детским глазенком видно, выталкивают внутренности, кишки переживаний из живота кинематографии, спорта, рифм революции. Вот они волочатся, оставляя кровавый след на земле.